Сегодня мы в японском ресторане. Смотрим шоу кулинарное. Так что смотрите вместе с нами. Да? Пришли в азиатский ресторан. Посадили нас в такой кружок. И у нас теперь делают какое-то шоу. Наверное, чисто японское. Вот он так все кидает. Как он так? Молодец. Вот, они принесли. Уже ставьте ресурсы. Мисо суп у вас. Но я мог не взять. Как бы. О, сейчас он будет поджигать что-то. Знаешь, это да. Но спички. Вот я сейчас что-то палить будет. И потухло сразу. Все серьезно. А ты говорил, почему мы здесь сидим? Это он так плиту чистит. Огнем. Ну что там за суши? Пробуй. Протерся. И скажешь мне. А он что-то яйца будет делать. Это целое шоу. Baby chicken. Okay? You catch it, it's a party. Okay? It's for you. Смотри, как он крутит. Ё-моё. Целое. О, ла-ла. А если бы она разлетелась? Так она не настоящая? Настоящая. И ты 5 штук набил. Принесли мое мисо, а тут у нас убивают цыплят прямо на месте. Алло, алло. Ой, он прям как насыпал. Делает это.
Айскрин. Мороженое? Пинья колада. Он рассказывает, как ее сделать. Ну, что-то еще, какой-то салатик. Вот. Ну, скоро продолжим. А я попробую сейчас свой. Продолжаем. Мисо я уже свое съел. Шоу продолжается. Ну, тут уже рис интересный превратился. Она вкусный рис будет. Ой, как он кидает. Идем. Ну, на всех этих людей он наготовил рис. А, вот нам вино. Сам. Еще вино нанесли. Сделал пучку риса. И сделал красивую горку в виде елочки. Ну, смотрим, что будет дальше. Достал палочки. И палочками будет это мешать. Что-то он там колдует. Я не знаю. Возьми еще первый раз не сходи. Вот он его сейчас будет опять поджигать, смотри. Вот, тут больше шоу. Он все делает для того ресторана, верхнего. Я думаю. А для нашего? Ну. А мы просто едим стартеры. Ну, мы же не заказывали курицу. А, в смысле, для тех людей? Угу. А, да, рис же был. Ну. Точно. Рис же был сегодня. Да. Вот он так все нарезал. А для нас шоу. Вилочкой, как он, все работает. Очень интересно и профессионально.
Как он сразу порезал столько курицы на мелкие-мелкие кусочки. Как я режу мясо для пиццы, он делает все те же самые движения. Только я не использую такую большую вилку. Опять колдуем. Мы назовем его Рататуй. Прямо как будто из мультика. Очень много движений. Танцевальных. Он сразу плиту чистит. Добавили говядины. Я так понимаю, по цвету. Хорошо, что здесь есть вытяжка вот такая. Поэтому на нас ничего не брызгает. И не пахнет жареным мясом. Наверное, японская корова была. Сейчас он режет ее на мелкие кусочки, эту японскую корову. Ну, посмотрим, что же в конце концов у него получится здесь. Пришел помощник. Он, наверное, забыл, как правильно резать. И получил ценную информацию и консультацию. Ну что, курица и говядина уже практически готова. И он достал мисочки. И я так понимаю, он будет нам раскладывать. Это у него получилось. Ну, смотрим, что получится все-таки. А потом расскажем о вкусовых ощущениях. Могу сказать, что суп мисо был очень вкусный. Я много где был и много ел его, но здесь было очень хорошо. У него уже получилось три кучки. Одна рисовая, одна из курицы жареной, а вторая из говядины жареной. У него какие-то теперь непонятные японские жесты в виде кунг-фу. А то какие-то сидят у нас русские и обсуждают ресторан. И обсуждают отель. Вот. Но пока ничего интересного мы из этой беседы не услышали. Он начал раскладывать. Все-таки это нам. То есть, похоже, выбора не будет. Просят только курица или говядина. Я, наверное, курица. А я японскую коробку. И потом поменяем. Возьми японскую корову. А потом ты 50% съешь, потом я. Поменяем. Так вы... А может, он положит и так, и так? Давай наоборот. Он как-то активно шутит. Ну что, пошла раздача еды. Все мы тут работаем за мисочку риса. А от вас ждем просмотр. Thank you. Sorry. Can I have fork? Fork, yes. Так вот. Сингапуре я очень часто. Ну так вот. Попробую. И скажешь.
Скажи свое мнение. Так. А, он еще раскладывает. Ну, это можно отдельно. Что-то есть, что-то не есть. Очень красиво. Но выглядит красиво очень. Это он кому? Это же все в полу спрятал там. Пойдет все, и то, каждый. Так что мы будем пробовать будет то и то. На самом деле нам понравилось. Для Вани были? Ну, посмотрите, что это? Мне честно. Вот и нам дошло очередь. Это абсолютно местный. Тебе доложили. Ну как в этом Сингапуре? Нет. А и здесь лицом. То есть он сэкономил. Через день ехал. У меня еще был этот ресторан. Он не ресторан, он был рядом. А, ну вот всем и чикен, и, то есть и курица, и говядина. Всем понемножку. Вот это вот моя тарелочка. И еще мой рисик. И сейчас, наверное, будет моя курица. Вот это все стартеры. Да, эта А тебе же докладывается. Вот. Ну вот, такое у нас блюдо на вечер. Будем пробовать, потом расскажем ощущения. Креветки. Вот, на гриле. Будет очень вкусненько, тоже я думаю. Это все обалденно вкусно, рис. И даже курица оказалась менее вкусной, чем это мясо японской коровы. Очень вкусно все. Очень вкусно. Так что рекомендуем. Да.